Всем большой привет, подписчики! Показываю один нехитрый прием, который поможет вам снять симптомы вегетососудистой дистонии. Она может выражаться у вас при смене давления внешнего или погоды, скачки давления, панические атаки, может другие проявления какие-то быть неприятные. И эту проблему можно решить с помощью прищепки, обычно белевой, или же бальзамом звездочка. Есть такой бальзам звездочка вьетнамский, он есть в каждой семье. Нужно смазать зону козелка. Козелок – это выступ, который присутствует впереди уха. Вот он, такой бугорочек. Нужно этим бальзамом полностью смазать этот козелок и с наружной стороны, и с внутренней стороны. На этом козелке присутствуют как раз вот эти точки, которые не нужно изучать, а просто раздражать. И таким образом вы сможете избежать вот этой неприятной штуки, как вегетососудистая дистония. Спасибо всем за внимание.